Что ты творишь нахуй? Это Рафалс. Три, два, один. Получу этот гребаный керамбит, чего бы мне это ни стоило. Сегодня мы опять попробуем получить керамбит. От ёбы. А как вы знаете, Йоба мемный персонаж Блокстрайка, который находится на карте Playground. Но раньше Блокстрайка хотели получить от Йобы керамбит. Но как? Конечно же, используя гайд. Ну что ж, доброго времени суток, с вами снова я, старый добрый Рексет. Сегодня я опять буду творить дичь, а вы на это смотрите. Допустим, чтобы нам получить керамбит, нам нужно что-то сделать, не получать же его одним ударом по лицу ёбы. И вы будете правы, для этого я и составил для вас гайд, проверенный даже искусственным интеллектом. В этом гайде всего лишь 4 шага, которые нужно обязательно выполнить. Ну что ж, начнем. Первый шаг заключается в том, что нам нужно первым делом создать сервер, а назвать его Йоба Дай Кер, чтобы Йоба вас заметил. Так, пароль будет 2016, потому что в этом году появился Йоба. Режим, конечно же, зомби сурвайвл и карта Playground. Ну что ж, погнали. Итак, мы загрузились, теперь мы идем к Йобе. О боже. Здесь вроде находится Йоба. А, вот. Так вот. Привет, Йоба. Теперь мы достаем, знаете что? Дикл. Знаете зачем? При помощи дикла мы стреляем в дырки керамбитов. Во все керамбиты, которые здесь находятся. По 4 раза. Блин. Сахар. Так, на этом все. Теперь мы окончили первый шаг и приступаем ко второму шагу. Начнем второй шаг с того, что мы должны создать опять же сервер зомби выживания и карту офис. Так, это обязательно надо, потому что на карте офис находится тот же Йоба. Пароль тот же и название, да, Йоба Дайкер. Боже. Итак, ну что ж, мы создали сервер, и теперь нам нужно пойти к Йобе, а именно сюда. И чё это, блять? Да, мы пришли к Йобе, теперь нам нужно достать калаш и выстрелить в него 5 раза. Готово. Мы выстрелили в Йобу 5 раза. Теперь все. Нам осталось лишь подойти сюда и выстрелить 5 раза. Так. И здесь тоже. Осталось вот здесь. И напоследок здесь. Готово. Ну что ж, наш второй шаг теперь наконец-то сделаем. Приступаем к третьему шагу. А наш третий шаг начинается с того, что мы заходим в режим Destruction. Итак, теперь мы идем
к базе врага. Для того, чтобы нам уничтожить Йобу, статую Йобы. А зачем? Чтобы Йоба прям точно заметил и понял, что вы действительно хотите ебучий... Вот убил. Чтобы действительно Йоба знал, что вы хотите керамбит. Ну что ж, давайте пока что убьем его. Давайте ножом. Эй-эй-эй. Вот все. Так, ой. Еще раз. Вот, все. Теперь мы у Йобы, статуи Йобы. Теперь мы должны его сломать. Вот. А пока что я буду ломать. Вот так. Так вот. Так вот. Вот так вот. И... Опа. Наш последний шаг, в котором мы получим керамбит, заключается в том, что мы заходим в тренировку. А вот мы и здесь. Теперь нам нужно включить консоль. А оно находится в настройках. То есть здесь. Заходим в консоль. И пишем одну команду. Ну что ж, готовы? Погнали. А вот и наш керамбит. Поздравляю вас с получением нового керамбита. Пользуйтесь этим гайдом и получается керамбит. Поздравляю вас.